Из-за обильных снегопадов сотрудники ГАИ рекомендуют воздержаться от дальних поездок и быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и боковой интервал движения. Только за минувшие сутки в Гомельской области произошло 66 ДТП с материальным ущербом. Пострадал пешеход. В областном центре возле остановки улицы Карповича в занос вошел троллейбус. Отъезжая от остановки, машина задней частью ударила осветительную опору и фрагментами бетона женщине придавила ногу. У нее перелом пальца правой стопы. После оказания медпомощи пострадавшая была отпущена домой. В остальных случаях обошлось без травм.